Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Мы рассказываем о религии и мировой художественной культуре. Я Татьяна Тютвинова. Тема сегодняшнего выпуска – Шекспировская галерея Джона Бойдала. В 1786 году лондонский издатель и меценат Джон Бойдал публично объявил о создании Шекспировской галереи – собрания картин и гравюр, выполненных по мотивам пьес Уильяма Шекспира. Бойдал привлек к этой работе лучших художников и граверов своего времени. Предполагалось, что реализация идеи займет 8-10 лет. Однако уже в 1789 году для коллекции Бойдала в Лондоне на улице Пэл-Мэл было построено двухэтажное здание, которое получило название «Шекспировская галерея». На первом этаже галереи экспонировались гравюры, на втором – живописные полотна. Чтобы публика в полной мере могла насладиться картинами, архитектор Джордж Дэнс спроектировал стеклянный потолок, решив проблему освещения. Первоначально в галерее экспонировались 34 произведения, но коллекция быстро увеличивалась и уже к 1802 году насчитывала 170 произведений. Бойдал издал красивый каталог, в предисловии к которому написал цель создания Шекспировской галереи – способствовать совершенствованию искусства. Действительно, Шекспировская галерея имела колоссальный успех. В Лондоне о ней только и говорили. Наперебой лондонская публика обсуждала ту или иную картину или тот или иной сюжет Шекспира. Бойдал очень гордился этим, тем более, что сюжеты для живописных полотен он выбирал сам лично. Из драмы выбирались 3 сюжета, а из комедии только один. Первым художником, к которому обратился Бойдал, был президент Королевской академии художеств сэр Джошуа Рейнольдс. Он написал для Шекспировской галереи несколько полотен: «Смерть кардинала Бофорта» из «Генриха VI» и «Сцену из Макбета». Однако публика довольно холодно встретила эти произведения. Куда более популярны были картины швейцарского художника, жившего и работавшего в Лондоне, Генриха Фюзли. Фюзли слыл знатоком Шекспира. Действительно, он очень любил театр и очень часто посещал театральные постановки. По образцу одной из таких постановок он создал иллюстрации к шекспировскому «Гамлету». И совершенно противоположный, фантазийный, очень легкой и эффектной оказалась его другая композиция, посвященная сну в летнюю ночь. Он изобразил Титанию, усаживающую основу на цветы и окружающего заботой. Еще один художник, который работал для Шекспировской галереи, был портретист Джордж Ромни. Ему с трудом удавались исторические и жанровые композиции. Моделью Джорджа Ромни была леди Гамильтон. Она позировала для Кассандры. Другое полотно Джордж Ромни выполнил по «Шекспировской буре». Он изобразил сцену кораблекрушения. Это было интересное полотно с интересной эффектной композицией. Его по достоинству оценили современники художника. Однако в начале 19 столетия оно было утрачено. И составить представление о том, как выглядела картина, сейчас можно только по гравюре. Джеймс Нордкотт иллюстрировал «Ромео и Джульетта». Он выбрал наиболее эффектную и наиболее драматическую сцену пьесы. Джеймс Нордкотт проиллюстрировал «Ромео и Джульетту».
он изобразил сцену в склепе, сцену просыпания Джульетты. Успех честолюбивого предприятия Бойдела вдохновлял современников. Многие издатели обратились к пьесам Шекспира и начали иллюстрировать их. Томас Маклин в 1788 году в своей маленькой гравировальной мастерской на Флит-стрит открыл галерею поэтов Томаса Маклина и представил иллюстрации к поэтическим сборникам 55 британских поэтов, в том числе Уильяма Шекспира. Однако ни одно предприятие современников не было столь успешным, как Шекспировская галерея Бойдела. Она просуществовала до 1805 года. К сожалению, война Великобритании с Францией сильно пошатнула финансовое положение компании Бойделов. Джон Бойдел был вынужден обратиться в парламент с просьбой организовать лотерею, главным призом которой была Шекспировская галерея. Лотерею выиграл министр Тасси и довольно скоро распродал картины и гравюры Шекспировской галереи. Часть картин были выкуплены для галереи Тейт и сейчас хранятся в Лондоне в удивительной коллекции Тейт Бриттон. Часть картин были утрачены. О них мы можем судить только по тем гравюрам, которые сохранились во многих музейных собраниях. Именно с этими удивительными листами мы имели удовольствие сегодня познакомиться и еще раз вспомнить замечательное творчество Уильяма Шекспира. Всего вам доброго! В эфире была программа «7 дней истории». Мы рассказывали о религии и мировой художественной культуре. А завтра вы познакомитесь с событиями, произошедшими в древнем мире.